Итак, всем привет. Сегодня у нас на дворе 2 января. Зимы нет, земля оттаявшая полностью. Мы с вами на копе. Так, прошло 15 минут. Ну, в принципе, одна первая находка есть. Первая находка сезона 2018 года. Это 5 копеек. В достаточно неплохом сохране. Так вот. 1954 года. Это самый, наверное, лучший сохран, который я находил данного периода. Копаем дальше. Вот она монетка. Раз. Так, еще одну монетку нашел. Сейчас помою. Зеленая. Так, 10 копеек. Вот что-то не видно. Да, состояние не очень. Тысяча 950 какой-то. Ладно, пойдем копать дальше. Если что-то будет, покажу. Так, вот она, третья монета сезона 2018. Тоже советская. 2 копейки 1936 года. Тоже сохран хороший, не зеленая. Вот так, идем дальше. Так, монета номер 4. Судя по всему, 5 копеек. Недалеко я ушел от монеты номер 3. Так, смотрим. Да. 5 копеек, 1930 год. Сохран тоже приемлемый. 1930 год. Идем дальше. Итак, монета номер 5. Ушел я с пахотного поля. Да, здесь пришлось побродить чуть-чуть. И вот она, монетка. Еще это монетка. Нет, монетка. С этой стороны уже подгнившая. С этой стороны 3 или 5 копеек. Какой-то сохран хуже, чем там на поле. Я потом сравню, не вижу, ли 3 или 5. 1956 год. Все, пойдем дальше здесь поищем. Так, монета номер 7. Опа! Опять попало. 1 копейка. Тоже советы ранние. 1929 год. Тоже сохран хороший. Уже далеко отошел, давно не было находок. И копейка, в принципе, приятно. Итак, результатом моего копа стало 6 монет. Все это советские. 1930 год 5 копеек. 5 копеек 1954 год. 1956 год 3 копейки. 1 копейка 1929. 2 копейки 1936 год. Так, 10 копеек 1952. Ну и пугает. Это вот, скажем так, самая молодая находка, которую я здесь находил.
масштаб 61 год. Все. В принципе, на этом. Всех с Новым годом. Подписывайтесь на канал. Я думаю, по такой зиме это еще не последний коп в январе. Все, вот за мной уже едет машина. Всем спасибо, до свидания.